Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». Сегодня о Центре молодежных и международных проектов РГУ имени Сергея Есенина. У нас в гостях руководитель этого центра Александр Селиванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это за центр и когда он был основан? Центр был открыт 12 декабря прошлого года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования и науки Российской Федерации, а также правительства Рязанской области. Основная деятельность центра, конечно же, связана с молодежью, с развитием молодежного потенциала. Мы очень плотно взаимодействуем здесь с нашим Министерством молодежной политики, физкультуры и спорта, с Министерством образования, с Управлением культуры города Рязани, ну и в целом с правительством как области, так и администрации города. Основные направления – это поддержка молодежных инициатив в сфере науки и инноваций, в сфере здорового образа жизни, СМИ, безусловно, также это творческие профессии различные. Здесь мы активно сотрудничаем с проектами, которые, собственно, инициировало и поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи. То есть спектр инициатив достаточно широкий. Здесь, наверное, лучше говорить о конкретных мероприятиях, которые мы проводим. Давайте как раз поговорим о тех мероприятиях, которые прошли этим летом. Ну, это лето было достаточно насыщенным, начиная с того, что мы провели тренировочный сбор волонтеров для международной смены форума «Селигер». В этом году он юбилейный, 10-й «Селигер». Иностранцев было достаточно много. И Рязань традиционно, вот последние уже 3 года, славится тем, что готовит ребят как волонтеров, переводчиков для «Интерселигера». И в этом году мы проводили отдельное мероприятие вместе с федеральным агентством по подготовке волонтеров. И наши ребята действительно ездили в этом году на форум и внесли существенный вклад в работу этого достаточно представительного мероприятия. Затем прошел форум науки и инноваций, такой молодежный межрегиональный инновационный форум, назывался он «Смартап». Проводился он в Охской жемчужине. Ну, вот здесь были участники из соседних регионов, было около 50 участников, скажем так, иногородних. И здесь, конечно же, нужно отметить то, что мероприятие для нас было несколько новым, в том плане, что, во-первых, место новое, во-вторых, формат новый, в-третьих, нам удалось привлечь достаточно большое количество экспертов, как из каких-то крупных российских корпораций, например, у нас были эксперты из Роснана, которые приезжали и обучали наших ребят, также представители органов власти. И очень приятно было то, что вот наше сотрудничество с Охской жемчужиной знаменовалось тем, что вот такой новый формат, когда молодежь приезжает куда-то обучиться чему-то новому. Здесь им еще предлагается аквапарк, в частности. Потом у нас была как раз такая акция, вот этот фестиваль песчаных скульптур. То есть представители из других регионов были просто поражены, что можно проводить мероприятия не только так достаточно сухо, информативно, но и зажигательно, классно. И, в принципе, нам очень понравилось. Думаю, будем продолжать сотрудничество. А как вы сотрудничаете с другими странами? Напрямую. Напрямую, когда мы говорим, конечно же, с соблюдением всех норм российского законодательства. В частности, в июле мы принимали очень большую делегацию из Китая. Дело в том, что 2014-2015 годы объявлены в нашей стране годом дружбы и молодежных обменов России и КНР. На уровне правительства этот год курирует вице-премьер Ольга Голодец. В Министерстве образования и науки курирует статс-секретарь Наталья Третьяк, заместитель министра Ливанова. И Рязань и РГУ имени Есенина были выбраны одним из 6 центров, 6 городов, которые принимали делегацию в 100 представителей молодых лидеров из Китая. И вот к нам приехало 25 человек. Мы с ними работали очень активно. Визит продолжался полных 4 дня. И здесь, конечно, программа была очень насыщенная, и деловая программа, и культурная программа. Вот, мы показали, мне кажется, Рязань в самом лучшем виде. Были встречи и на высшем уровне с министрами, были встречи и с самыми интересными представителями молодежных общественных организаций. Ребята научили их танцевать московскую кадриль, началось с этого. То есть, по большому счету, вот среди всех городов, в которых были китайцы, Рязань, по отзывам, по-моему, занимает чуть ли там не лидирующее место именно по качеству приема. Так что вот такое взаимодействие происходит. И здесь нужно также сказать, что вот сейчас в сентябре мы ждем японскую делегацию. У нас пройдет в РГУ фестиваль японской культуры с 19 по 21 сентября. И это на фоне приема делегации из Японии.
Затем пройдет достаточно большой представительный фестиваль, который проводит Федеральное агентство Россотрудничества. Это агентство под Министерством иностранных дел работает. Называется «Евразия – это мы». Сейчас очень это актуально, евразийская тема. И РГУ, и вообще Рязанская область, благодаря вот наличию такого центра, была выбрана, скажем так, продолжателем. То есть первые два дня будут в Москве. Это 27-28, по-моему, октября, как раз когда 50 молодых лидеров из евразийских стран, ну, здесь мы говорим, конечно же, и про Прибалтику, и про Абхазию, Южную Осетию, вот те самые государства, приедут к нам в Россию для знакомства со страной, для обсуждения вообще будущего Евразии, именно в контексте молодежи, то есть какую роль она может в этом процессе играть. И вот затем эстафета официально будет передана нам, ну, вот сейчас готовится письмо на губернатора, и мы уже начали серьезную подготовительную работу. То есть получается, что Рязань, она уже вписана вот в эти вот достаточно большие межгосударственные темы, в евразийские темы. Мы также будем принимать делегацию из Германии до конца года и, безусловно, проводить экспресс-курсы русского языка как иностранного для наших гостей. Говорят, что вы лидер по грантам. Действительно ли это так? Здесь такой термин, как лидер по грантам, он достаточно спорный, потому что сейчас отношение к грантам двойственное. Одно время действительно было необходимо постоянная грантовая поддержка для того, чтобы что-то начало работать. Вот сейчас мы говорим о грантах как инструмент поддержки уже существующего чего-то. И на сегодняшний день мы должны сказать, что да, есть такой инструмент, как гранты от Федерального агентства по делам молодежи. Есть много других организаций, которые выделяют гранты и на некоммерческие организации, на общественные. Наш центр помогает и дает информацию о том, где можно получить поддержку своему проекту. В основном, конечно, это для молодежи. Затем мы помогаем формировать заявку. Затем мы также помогаем, собственно, сопровождать этот проект после того, как он получает финансирование. Потому что часто бывает так, что приходят средства, а участники, ну, скажем так, не очень хорошо ориентируются, как теперь вот эти средства правильно потратить так, чтобы был хороший результат. Вот практически все проекты, которые у нас стали победителями в прошлом году, они были успешно реализованы. Это известный проект «Межкультурное кафе», это «International Party», это проект медиаобразования. Помимо вашей основной деятельности, вы занимаетесь еще трудоустройством студентов. Расскажите об этом. Ну, во-первых, у нас есть особое подразделение, это Центр трудоустройства, да, который, безусловно, выполняет свою серьезную работу. Мы же занимаемся трудоустройством в той части, что, во-первых, мы трудоустраиваем наиболее отличившихся студентов, которые работали с нами волонтерами в нашем центре. И затем мы также помогаем нашим студентам, находить работу у партнеров, с которыми, собственно, мы сотрудничаем. То есть это не основная работа, но это все-таки одна из, скажем так, побочных, приятных таких последствий, как я бы это назвал. Потому что трудоустройство сегодня, наверное, мне кажется, это основа вообще мотивации молодых людей, чтобы не просто им сказать: ребята, вот вы добровольцами где-то там поработали. Ну хорошо, поработали добровольцами, дальше что? Они поработали. Можно бесконечно быть добровольцем, можно совмещать, да, это уже стиль жизни. Но мы все-таки настаиваем на том, чтобы человек, который себя проявил где-то уже профессионально хорошо, чтобы он затем получил, ну, если не профессию, то уж как минимум опыт и приобрел серьезные умения и навыки, которые пригодятся ему в дальнейшем. Вот это одна из все-таки тоже задач, которую мы ставим перед своим центром. Как с вами можно сотрудничать? Опять же, с нами можно сотрудничать напрямую. У нас есть группа ВКонтакте, она так и называется, Центр молодежных международных проектов, куда можно войти и с нами напрямую связаться. У нас есть также, значит, аккаунт в Фейсбуке. Вот. В Твиттере мы пока не заводим, потому что для этого нужно постоянно что-то генерировать, какую-то ленту вести. Вот. У нас все-таки более плановая деятельность. Затем на сайте РГУ также есть наши контакты. Пока мы базируемся в 48-й аудитории основного корпуса, то есть к нам можно всегда прийти, можно позвонить, на сайте есть наши контакты, в группе тем более. Особо рекомендую зайти как раз в группу ВКонтакте, потому что там есть видео как о нашем центре, так и о тех мероприятиях, которые мы проводим, плюс там анонсы абсолютно всех акций, которые мы будем проводить. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего, успехов и достижений.